27 июня, в День всех святых, на вечернем богослужении храм Рождества Христова посетил духовник Свято-Веденской Оптиной пустыни схерхиемандрит Илий Ноздрин. Отца Илия встретил настоятель храма протоиерей Александр Игнатов. Схерхиемандрит Илий обратился ко всем присутствующим. Здравствуйте, дорогие богослужители! Какой большой русский праздник всех святых! Кто такой святой? Бог крестился, кто живет по Евангелию, кто каждый день вспоминает о Боге, что день начался, солнце воссияло, и жизнь начало. А что? Кого нужно вспомнить и благодарить, как и Бога, Создателя всего Вселенной. Вот, у Бога все точно и верно, все истина и вся правда. Если Бог что творит и творит все новое, то, что нужно, Он творит жизнь. Отец Илий обратил внимание на важность хранения веры и упования на Бога. Да, требуется молитва. Мы должны очень беречь нашу жизнь, беречь нашу веру, беречь наши нации. Мы должны быть с одной надеждой на Бога, надеждой на помощь, надежды на всех святых угодников, которые православная церковь сегодня прославила, прославляет и будет прославлять. В своем слове сказал о важности Рождества Христова и Церкви Христовой, ведущей человека вот ко спасению. Рождество Христово, ведь это же то, что начало, то, что рождение, то, что дает нам первые начала нашего спасения, нашу радость. Вот, дорогие, это обитель, это храм, да поможет вам здесь благодать Христову и милость их сам Господь, Пречистый Божья Матерь, Царица Небесная. В завершении визита протоиерей Александр Игнатов поблагодарил отца Илия за посещение храма. Словом, осените крестом всех присутствующих и преподайте благословение народу Божьему, который с глубокой верой и любовью сегодня возрождает свои святыни и, конечно, нуждается в молитвенной поддержке. Благословите всех собравшихся. Бог да благословит всех вас, дорогие, да, будет с нами, как все пречистые Божьи Матери и все святые, Богу угодившие. С благоговением встретили почетного гостя прихожане храма. Поистине, это была радостная и благодатная встреча. Долгое и благое лето отцу Илию.